Для всей большой лицейской семьи новый учебный год является особенным. Пандемия разделила учеников, и спустя полгода они вновь собрались в родных стенах. На торжественной линейке любимые учителя, родители и почетные гости в лице ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова и проректора по образовательной деятельности Дмитрия Таюрского. В этом учебном году обучающихся лицея имени Лобачевского ждут несколько нововведений. Наши лицеисты 3 дня в неделю будут обучаться в очном режиме, 3 дня в дистанционном. Это называется смешанное обучение. Мы разделили основную школу, это 6-9 классы, они будут учиться очно в понедельник, вторник и в среду, а 11 классы будут учиться очно в четверг, пятница, суббота. Первый звонок прозвенел и в стенах IT-лицея КФУ. Песни, танцы и напутственные слова звучали на торжественной линейке. Я желаю всем вам успехов, здоровья и сказать, вот так держать все в своих руках и все в своей голове для того, чтобы лицеисты никогда не пожалели вместе с родителями, что вы переступили порог нашей школы. Успехов вам и достижения новых горизонтов. Лицеисты скучали по родным стенам, и им уже не терпится ворваться в учебный процесс. Скучал по IT-лицею. Я все лето занимался, чтобы поддержать свои знания на должном уровне. И надеюсь, что в этом новом году я добьюсь определенных успехов. И скучал. Со времен изоляции очень хотел снова вернуться. К слову, IT-лицей также готовится работать в новых реалиях. Вводится вот такая капсульная система, когда в кабинетах сидят дети и, значит, только на специализированные предметы посещают лаборатории физики, химии, допустим, да, технологии, информатики. Термометрию проводим, рециркуляция воздуха, обеззараживание воздуха посредством рециркуляторов, проветривание, несомненно. В общем-то, расписание совершенно другое, в разное время начинается занятие, чтобы на переменах дети, в общем-то, не контактировали друг с другом из разных классов, имеется в виду. Новый директор IT-лицея КФУ Ильдар Мухаметов пожелал ребятам, родителям и учителям успехов в новом учебном году. Мы с радостью вот приняли в свои ряды новых лицеистов. Я сегодня уже пожелал им обрести здесь новых друзей, влиться в коллектив и выстраивать такую траекторию развития, чтобы они дальше были успешными, конкурентоспособными. Ну а тем, кто выпускается 11-классникам, конечно, мы пожелаем этот год упорно трудиться, значит, успешно сдать экзамены и поступить в Казанский федеральный университет. Лилия Талипова, Виолетта Басова, Универньюз.